Вадим Колган. Удачи, Вадим! У нас номер такой мученический, и номер рождался в муках, и продолжается в муках. Садись. Да. Я не могу понять, в какой-то момент, с какого момента ты начинаешь. Ты уже делаешь два шага, я потом подстраиваюсь. Мне надо сначала сказать, потом я начну делать. Все понимают, а ты не понимаешь. Давай. Я что только что сказала? Ну давай попробуй, дай мне, в конце концов. Ё-моё. Что сказал? Повтори. Попробуй трогать авербуха. Внутри. А ты куда едешь? Да я не попробовал, Тань, ты чё? Я только за руку взял тебя, вообще успел. Ты уже совесть-то имей. Очень много от него хочу. Мне его так жалко, потому что он так старается. Он правда очень старается, он очень хочет. И я это понимаю, но когда я выхожу на лед, я этого не понимаю. Прости меня, пожалуйста, за все сразу тебе говорю. Прости меня, пожалуйста. Ты меня тоже прости. Я тебя очень люблю, ты очень хороший, но... Но! Терпения мне не хватает. Вадик, скажи, что ты забыл сделать? Записаться. Почему в шахматы? Упал? Почему упал? Ну, что я забыл? Блин, козел. Он обижается. Ну, я же по-хорошему говорю, не по злому. Прости, пожалуйста, Вадик. Только дома говори по-хорошему. Родные близкие. Ой, блин. Ну, я не имела в виду плохое слово, я хорошее имела в виду. Тупой еще, может быть. Бестолочь. Это большое. Бестолочь, хорошо, это имеется в виду? Ты придешь или нет, Вадик? В этом только моя вина. Скажи мне, уходить или нет? Я просто очень хочу, чтобы ты хорошо катался. Я тоже очень хочу. Я очень хочу, чтобы он хорошо катался, и он будет хорошо кататься. Ну ты чего? Продолжай беговые, без ничего. У меня далеко... Я обидел Таню Навку. Уронил ее в канавку. Тише, Танечка, не плачь. Не утонешь, это лед.